канун Нового года никто не должен остаться без праздника, особенно дети, которые проведут эти дни вне дома. Своих подарков дождались пациенты Республиканской детской больницы. В рамках федеральной акции «Коробка храбрости» волонтеры и жители республики собрали игрушки и наборы для творчества. Это помогло поднять настроение в больничных палатах. Ну а волшебным дедушкой, который пришел поздравить детей, стал депутат Государственной Думы Сергей Сокол. Дети чувствуют себя, понятно, что в стационаре, мягко говоря, не в своей тарелке. И какое-то вот новое впечатление, новые эмоции приятные для детей. Это здорово. Хорошее настроение всегда, как говорят врачи, влияет на выздоровление. Поэтому я надеюсь, мы сегодня постарались внести свой вклад, и это получится. А накануне Сергей Сокол побывал в гостях у 7-летнего мальчика из Абакана. Депутат исполнил желание ребенка получить в подарок светящегося оленя. О нем парламентарий узнал благодаря елке желаний. Напомню, это всероссийская акция, которая дает возможность известным людям подарить чудо особенно нуждающимся в нем детям и взрослым.